great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shining every color, resting your head. Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня приготовлю замечательное грузинское блюдо хачапури по-аджарски. Начинаю готовить. Канал ВО с Юлией Ковальчук. Сыр моцарелла и адыгейский сыр натираю на крупной терке. Немного моцареллы я откладываю в емкость для посыпки начинки. Добавляю начинку, муку, молоко, соль и хорошо все вымешиваю. Готовить хачапури по-аджарски я буду из универсального дрожжевого теста, ссылку на приготовление которого я оставлю под этим видео. Из этого количества теста получится 2 хачапури, поэтому тесто я делю на 2 равные части. Оставляю тесто немного подойти на 15 минут. Из одной половины теста формую круглую тонкую лепешку. Затем с двух сторон подкатываю края, защипаю их, формую лодочку. Перекладываю лодочку из теста на противень, застеленный силиконовым ковриком. Затем поправляю лодочку из теста, растягиваю середину. Выкладываю на тесто половину начинки. Присыпаю начинку половиной втертой моцареллы. Отправляю хачапури выпекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут. Посередине хачапури делаю ножом углубление. Разбиваю яйцо, немного белка оставляю и выкладываю яйцо в углубление. Отправляю хачапури в духовку еще на пару минут, чтобы белок побелел. Непосредственно перед едой смазываю бортик горячего хачапури сливочным маслом. Выкладываю кусочки сливочного масла на начинку, перемешиваю вилкой и можно кушать. Хачапури по-аджарски – это вкуснятина, мягкое тесто, много сыра, сливочное масло, яйцо. Все это просто пальчики оближешь. Обязательно приготовьте. И всем-всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго. И до новых встреч!